Владимир Путин провел в Иркутске рабочее совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири и Дальнего Востока. В число таких регионов входит Якутия, которая имеет опыт работы в сложных ситуациях. Об итогах своего участия в совещании глава Якутии Егор Борисов рассказал нашему телеканалу. По прогнозам наших метеорологов, по многолетним наблюдениям, если посмотреть, то год будет рискованный по лесным пожарам. И об этом было доложено президенту. А что касается паводковой ситуации, то мы считаем, что то же самое по прогнозам специалистов и многолетних наблюдений, половодье весеннее пройдет ниже критических показателей. Но, с другой стороны, в республике с учетом взаимодействия с федеральным центром, с учетом взаимодействия наших структур на местах и с муниципальным образованием, есть ряд вопросов, которые я поставил, озвучил перед президентом Российской Федерации. Они носят, конечно, достаточно серьезный характер. Прежде всего, это речь идет о полномочиях муниципальных образований, потому что когда создаются такие чрезвычайные ситуации, когда формируется возможность мобилизации населения и других юридических лиц, у муниципальных образований на уровне поселений и районов нет полномочий для того, чтобы этим заниматься. То есть они имеют право только подключиться в том случае, когда уже населенные пункты горят или угрозы приходят к населенным пунктам. Это, конечно, недостаточно, потому что наши пожары в основном происходят на отдаленных расстояниях, и там надо тоже мобилизовать людей. Второй вопрос, который мы поставили, это речь идет об организации службы лесной охраны в республике. Первое, это у нас нету филиала федеральной структуры авиалесохрана, хотя мы являемся одним из самых крупных лесных субъектов Российской Федерации. В-третьих, мы понимаем, что когда нам передавали полномочия по тушению лесных пожаров с федеральных структур на субъекты Российской Федерации, по финансированию, именно по субвенциям, методика, она неправильна, на наш взгляд. И этот вопрос был вчера озвучен и обоснован, и он был принят.